В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Наша телекомпания на Всероссийском телевизионном фестивале в Калуге завоевала очередной приз. Об этом мы расскажем в нашем выпуске. А еще смотрите в сегодняшних новостях. В Ленинском районе, как и по всей России, отпраздновали Пасху. Христос воскрес! Христос воскрес! В одном из торговых центров города Видное общественники и налоговики провели рейд. И хотим узнать, у всех ли арендаторов есть кассовые аппараты, уголок потребителя, оформлены договора трудовые на сотрудников. В преддверии Дня Победы во многих образовательных учреждениях района проходят тематические концерты и спектакли. Это было все очень волнительно, так как спектакль драматичный, такой лиричный. Праздник праздников или торжество торжеств. Такое для всех христиан является Пасха. Отмечаемая раз в год, она знаменует воскресение Иисуса Христа, которое является центром библейской истории и основой христианского учения. В пасхальную ночь в церкви всегда полны прихожан. Повсюду, как символ надежды, горят свечи, и все замирают в ожидании благой вести. Побывала на службе и наша съемочная группа. С главным христианским праздником Пасхой связано немало традиций, которые стараются соблюдать все православные. Предшествует ей строгий пост, время очищения и души, и плоти. А в Великую Субботу прихожане приносят в храмы для освящения куличи, яйца и разную снеть. Вечером же люди спешат сюда, чтобы в общей молитве встретить Христово воскресение. Православные люди, христиане, они верят в жизнь вечную, и сегодня как раз будет то, к чему мы стремимся, к вечной жизни, воскресения Христа. Я постилась все эти дни, ждала все, когда Иисус Христос воскреснет, как бы все, волновалась, готовилась, пекла куличи, яйца красила. Самый большой, богатый праздник на всем году. Ты тоже ждешь дня? Большая радость внутренняя какая-то. Душевная. Вот и все. Я соблюдаю пост. Потом все так же, как и все православные христиане. Так же я готовлюсь. Хожу, причащаюсь, исповедуюсь. Думаю много, стараюсь делать побольше хорошего. Незадолго до полуночи в храме святого великомученика Георгия Победоносца многолюдно. Здесь собрались сотни прихожан. Пока темно. Православный мир еще скорбит о страданиях Иисуса Христа, принявшего на себя грехи всех живущих. Ты освободил из кованых цепями восклицавших: «Не святаго, кроме Тебе, Господи! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» Пасхальная служба воспевает победу Иисуса Христа над всеми врагами и дарование людям вечной жизни. Поэтому богослужения и церковные обряды в этот день особенно торжественны и проникнуты большой радостью. На службу Видное из Иерусалима доставили благодатный огонь – одно из самых известных чудес православной церкви. Каждый, кто пришел в храм, с благоговением зажигал свечи и лампады. Продолжилась служба крестным ходом. Шествие испокон веков символизирует собой не только церковь, идущую навстречу Спасителю, но и то, что до появления вести о воскрешении Христа все были вынуждены блуждать в потемках, пока Он не указал дорогу к свету. Пройдя крестным ходом, люди останавливаются у дверей храма в ожидании благой вести. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Впереди светлая седмица, время забыть о недомолвках, ссорах и обидах. Душа верующих открыта для всепрощения и радости. И еще 40 дней все мы будем приветствовать друг друга. Христос воскрес! Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжении темы праздника мы предлагаем вам посмотреть пасхальное обращение благочинного видновских церквей священника Дмитрия Березина. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христового Воскресения. Христос воскрес! В этот день мы празднуем удивительное событие, которое произошло в истории человечества. Господь, став человеком, сошел, умер и сошел в ад. И через это Он вывел оттуда праведников и воскрес Сам. То есть Он преодолел тот рубеж, который ждет каждого из нас. Каждый из нас так или иначе подойдет к черте смерти и не знает, что там ждет его.
Люди в древности ожидали чего-то унылого, мрачного и беспросветного. Но Господь говорит нам о том, что Он сам встречает нас за этой чертой. И Он говорит о том, что жизнь человека не заканчивается здесь, на этой земле, но наоборот, это лишь коротенький промежуток времени, вслед за которым нас ждет вечность. И эта жизнь дана нам для того, чтобы мы подготовились к этой вечности. Поэтому мы так радуемся тому событию, что наша жизнь продолжается и в дальнейшем. И что ждет нас за этой чертой сам Христос, если, конечно, мы здесь, при нашей жизни, при этой жизни стремились к Нему. Старались услышать Слово Его, старались исполнить Его заповеди. Тогда этот праздник наполняет нас особой и особой радостью. И мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Весело и активно отметили Пасху в Центральном парке Видного. В праздничное воскресенье состоялся уже второй по счету семейный фестиваль «Многодетный турпикник». Об этом в рубрике «Мобильный репортер». Полюбившийся уже многим турпикник, проходящий под девизом «Ничто не заменит живого общения», в очередной раз не оставил равнодушными детей и взрослых Ленинского района. На первом празднике многие семьи познакомились и сегодня уже пришли целыми компаниями. Для детей и их родителей были созданы так называемые станции с играми, конкурсами и квестами. Надолго приковывала внимание детей и взрослых станция авиамодельного клуба «Нимбус». Ручной труд поглотил отдыхающих, и им пришлось потрудиться над созданием собственного планера. Благодаря общим усилиям завершить модель все же удалось. Проявить себя творчески выпала возможность каждому. Мамы подготовили для детей мастер-классы по лепке, изготовлению открыток и росписи пасхальных фигурок и яиц. Для мальчишек был организован курс молодого бойца, где ребята могли посоревноваться в ловкости и сообразительности. Метали гранаты, учились общаться с оружием и освоили хитрости обращения с плащ-палаткой. Также в парке организаторы оборудовали полноценный веревочный городок с лабиринтом, переправами и веревочной лестницей. Пройти полосу было крайне важно для всех детей. Родители помогали и подбадривали своих малышей, и это испытание осталось позади. Отдельной станцией стал арт-объект «Пасхальное яйцо», которое можно было разрисовать баллончиками с краской. Богатая детская фантазия и родительское терпение помогли сделать праздничное яйцо ярким украшением фестиваля. О, молодец, видишь, как сразу пошло. Также ребята играли в волейбол, разбивали палатку, стреляли по бумажным стаканчикам в тире, боролись в шлемах на боксерском ринге и угощались вкусными куличами и ароматным компотом. Здание второй школы в Зеленых аллеях открылось в 2016 году. За прошедшее время учителя и ученики обжились в новом помещении и стали достигать новых высот в образовательном процессе. На встрече с родительским активом школы присутствовал наш корреспондент Дмитрий Книга. Руководство второй школы города Видное провело встречу с родителями учащихся. Мероприятие началось с концертного номера, подготовленного старшеклассниками, после чего началась официальная часть. Перед собравшимися выступила директор школы Татьяна Самохина. Она рассказала о достижениях учителей и успехах их учеников. Реализация целевых проектов направлена на создание образовательной и воспитательной среды, обеспечивающей каждому ребенку условия для получения полноценного образования. В рамках воспитательной работы школа взаимодействует с Центральной библиотекой и районным историко-культурным центром. Школьники принимают участие в спортивных состязаниях и образовательных олимпиадах. На собрании присутствовал заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев, который отвечает за вопросы безопасности. Чтобы ее обеспечить, на территории района реализуется программа «Безопасный регион». Это обеспечение видеонаблюдения на всех дорогах, въезд и выезд из города Видно. Это видеонаблюдение в наших детских спортивных площадках, учреждениях, как я уже сказал, образования, здравоохранения, культуры и спорта, в парках. Все видеозаписи фиксируются в районном центре хранения информации, что помогает работе правоохранительных органов. Присутствующим на встрече родителям были розданы специальные анкеты, в которых можно было написать свои вопросы работникам администрации, чтобы обеспечить обратную связь. Родительское собрание было приурочено к приближающейся дате – 90-летию Ленинского района и Московской области. При участии депутата городского поселения Видное Олега Федорова самых инициативных родителей наградили памятными праздничными медалями. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.
Общественники из движения «Народный контроль» совместно с представителями налогового ведомства и руководством Ленинской торгово-промышленной палаты провели рейд в одном из торговых центров города Видное. О том, что проверяла строгая комиссия, в нашем сюжете. Пусть кто-нибудь из администрации подойдет вниз. На входе проверяющих встречает бдительная охрана, но все происходит в рамках закона. Те, кто пришел сегодня проверить торговые точки, тоже надеются, что местные предприниматели также ведут свою деятельность в соответствии с правилами. Девизом нашего торгового центра является «Добра вашему дому». То есть у нас довольно-таки дружественный торговый центр, очень хорошие арендаторы. Нынешняя проверка носит профилактический характер. Координатор федерального проекта «Народный контроль» Шерзот Атаев рассказывает сотруднику одной из мастерских цель проверки. И хотим узнать, у всех ли арендаторов есть кассовые аппараты, уголок потребителя, оформлены договора трудовые на сотрудников. Все полученные данные вносятся в журнал. В случае, если выявляются какие-то нарушения, сотрудникам объясняется их суть. Для многих работников подобный процесс – привычное дело. У нас следят, у нас в фабрике то и дело приезжают. Нас тоже проверяют. Так что нормально. Как правило, в больших торговых центрах нарушителей практически нет, но данная проверка все же выявила несколько недочетов. В основном это отсутствие контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с покупателями. В отношении сегодняшних, так сказать, нарушителей будут проведены контрольные мероприятия, и, соответственно, они будут привлечены к административной ответственности, если они в установленный законом срок не устранят данные нарушения. Несмотря на присутствие в составе комиссии представителей фискальных органов, в этот раз с предпринимателями договариваются по-хорошему. Сегодня цель не наказать предпринимателя, а наоборот, как бы показать, что нужно выходить из тени, надо работать честно, открыто. И в дальнейшем, чтобы у администраторов и собственников торгового центра не возникало таких вопросов. После рейда подводятся итоги. Как ожидалось, большинство предпринимателей – законопослушные граждане. Из 16 торговых точек в торговом центре «Ларец» мы выявили 3 торговых точки с грубыми нарушениями. Это чеки, соответственно, как бы не выдают, и контрольно-кассовой техники нету. Подобные рейды с участием общественников и представителей налоговых органов планируется провести и в других крупных магазинах Ленинского района. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ. В преддверии Дня Победы во многих образовательных учреждениях района проходят тематические концерты и спектакли. В 7-й школе решили совместить множество выразительных средств и направлений, создав оригинальную литературно-музыкальную композицию под названием «Дорогами войны». Оценила получившееся и наша съемочная группа. Они искренне верили, что их судьба будет суровой. Они сами избрали ее. Герои литературно-музыкальной композиции «Дорогами войны» – вчерашние школьники, добровольцами ушедшие на фронт защищать Родину. Практически ровесники всех тех, кто в этот день оказался как в зале, так и на сцене Видновской школы номер 7. Наша главная задача – это патриотическое воспитание, чтобы дети, слушая классику, задумывались о том, что их современники – их ровесники испытывали в том далеком 41-м году, когда началась война. Создателям и актерам литературно-музыкальной композиции «Дорогами войны» удалось органично совместить множество выразительных средств и направлений в одной постановке. Фрагменты из пьес, классических произведений советских авторов сменялись танцами, а лирика – песнями о войне. До свидания, девочки! Девочки, постарайтесь вернуться назад. В постановке были задействованы лучшие творческие коллективы школы. Театральная студия «Анкор», коллектив театра «Танца Гармония», акробатический коллектив Ольги Черемской, юные солисты и чтецы. Главные роли были абсолютно у всех. Каждый получил свою часть эфирного времени, и каждый, на мой взгляд, выполнил ее превосходно. Актеры готовились к выступлению в течение всего учебного года. Репетировали, советовались, переживали за своих героев и делились впечатлениями. Нам как бы смотрели со стороны и говорили, вот не очень это подходит, так что, может, что-то переставим, переделаем. Мы представляли, переделывали. Ну, получилось, что получилось. Это было все очень волнительно, так как спектакль драматичный, такой лиричный. Я думаю, да, всех тех, кто выступал сегодня, это очень тронуло. И со своей задачей они справились на отлично. Многие зрители не могли сдержать эмоций. Это незабываемое ощущение того, что сейчас нам показали. Это
Очень здорово, что мы сейчас до сих пор это помним. Многое знаешь о войне, знаешь, что чувствовали люди, но после этого мероприятия просто я чуть не прослезилась, честно. Вот, хотелось плакать. Такие постановки – не только прекрасная возможность познакомить и заинтересовать школьников классическими военными произведениями, но и дань памяти героям Великой Отечественной войны, отстоявшим нашу Родину 70 с лишним лет назад. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Возвращаемся к победе телеканала «Видное ТВ» в творческом конкурсе «Современник на экране» в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Он проводится Национальной ассоциацией телерадиовещателей под руководством Эдуарда Сагалаева. Рассказывает Елена Бабина. Начав свой путь в 2007 году в Москве, фестиваль прошел по разным городам России. В этом году конкурс переместился в Калугу, где собрал 78 телекомпаний-участников. Среди них были представлены 140 работ от федеральных и региональных каналов, продюсерских центров, в том числе документальный фильм телеканала «Видное ТВ» «На вес золота». Во время проведения фестиваля гости принимали участие в мастер-классах, где делились профессиональным опытом члены жюри конкурса. В его составе были такие мэтры отечественного телевидения, как Леонид Млечин, Игорь Угольников, Кирилл Набутов, Татьяна Устинова и другие представители федеральных каналов. На ваше время пришлись совершенно иные условия. И вы живете, в зале очень много молодых лиц, вы живете и работаете в совершенно другое время, которое предъявляет вам совершенно новые вызовы. Организаторы предоставили возможность конкурсантам принять участие в просмотре и обсуждении работ своих коллег из разных телекомпаний. Мы можем, конечно, высказаться прелюдно и что-то такое общее рассказать вам, но, может быть, в зале действительно есть коллеги с милым духом. В итоге высказались все. Прозвучала не только критика, но были отмечены и удачные моменты. Для многих начинающих авторов фестиваль стал школой повышения мастерства. Также хочется отметить большую культурную программу. Гостям предложили несколько увлекательных экскурсий по Калуге. Я буду вашим экскурсоводом на ближайшие, наверное, пару часов. И мы с вами отправляемся во Владимирский скит монастыря Тихонова пустынь. Особо запомнилось посещение местной телерадиокомпании «Ника ТВ». Это спутниковый канал, и у многих есть возможность посмотреть их программы. Однако увидеть телекухни изнутри удается не каждому, особенно во время выпуска новостей. Предстоит определить победителей конкурса «Современник на экране». На конкурс, напомним, поступило ни много ни мало 140 заявок от нескольких десятков компаний. Будут отмечены лучшие работы в номинациях «Вдохновение», «Цена жизни», «Эхо памяти», «Профессия как призвание», «Открытие». В 5 номинациях, которые назвал ведущий «Ники ТВ», были определены победители. Но жюри учредило еще несколько специальных призов. Так, наш телеканал получил приз от городского головы города Калуги. Нам вручили диплом и цифровую камеру, которую мы обязательно снимем. Много новых и хороших работ. Елена Бабина, Елена Кошелева, «Видное ТВ». И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 30 апреля, солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков температура плюс 11 градусов. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.